Всем привет! Сегодня у нас еще одна посылочка из Китая. Опять это алмазная вышивка. Коробка вот немножко вот так примялась на одну сторону. Надеюсь, внутри там ничего не помялось. Вот, как видите. Ну, конечно, это уже почта. Коробку примяла капитально. Так, все на китайском. Посмотрим, что там. В каком состоянии. Самое главное. Так, ну как видите, полотно тоже примялось. Вот тут, здесь немножко. Ну, я думаю, это не страшно. Все выровняется. Так, размер здесь 40 на 50. Как обычно, здесь ключ-схема. Вот тут рисунок. Это волки в зимнем лесу. И здесь вот условные обозначения. Вот, как видите, здесь цифры, буквы всякие, черточки, снежинки, доллары. Условные обозначения. Напротив них номер цвета. И дальше в пакетиках тоже наклеены цвета. Вы подбираете. Итак, по комплектации пройдемся. Пинцет, лоточек и два вот таких лоточка для того, чтобы могли рассыпать сюда выбранные цвета. Здесь есть бороздки на лоточке для того, чтобы можно было вот так потрусить, и они в рядочек кристаллики встают. Здесь кристаллы квадратные, и тогда удобно их брать пинцетом. Так. Вот здесь тоже инструкция, ключ, схема, волки, вот так они выглядят в зимнем лесу, номера, количество. И вот здесь на каждом пакетике выбит номер. Номер, который соответствует условному обозначению на схеме, и вы согласно той схемы лепите эту всю картину. Сейчас я проверю все наличие всех номеров и продолжим. Так, проверил я наличие всех цветов. Просто была у меня один раз, что не хватало цвета. Поэтому теперь я все проверяю и вам советую. Вот здесь 44 цвета. Все я проверил. И так как у меня не хватило было, ну, у заказчиков, не у меня, заказчики заказывали. Кстати, это уже у меня будет 3 таких вышивки. Была хорошая цена, $12, размер 40 на 50. Это очень выгодно. Так вот, когда мне не хватало цвета, там был конкретный номер. И что хорошо в китайских вышивках, вы если заказываете другую вышивку, чего-то не хватает, вы можете попросить у продавца, чтобы он вложил вам там, допустим, дополнительный пакетик с определенным номером. И он будет точно такой, как вам нужен. Или если вот у нас много людей, я многим заказываю, есть номера телефонов, и можно созвониться, остаются кристаллы, все они уходят, и процентов 20 в основном остается. И можно обмениваться, допустим, если вдруг у кого-то чего-то не хватает. Для этого конкретно вот есть номера, вы по номерам можете спросить, остался ли у кого-то такой же номер. Есть другие варианты, когда
Я заказывал тоже в Китае, но пришла вот эта мозаика от русской дистрибьюции. Там уже по-русски все написано, ихняя упаковка, ихняя схема. И нумерация вот эта вся у них уже своя. То есть просто номера были 1, 2, 3, 4 и так дальше. То есть если бы там чего-то не хватило, или даже наоборот останется, то неизвестно вот к этой общей классификации, как цвета подбирать. А цвета вот эти все по номерам закреплены, например, черный 310, там белый 5200. И все эти номера есть на сайте AliExpress. Можно найти эту таблицу и все там посмотреть. Так заказывать их отдельно, но это очень дорого. Там $3, не знаю там. А когда тебе нужно совсем немного, то очень удобно, когда можно с кем-то поменяться. Ну вот так, значит, здесь еще есть пустые пакетики. Ну их немного, вам придется найти еще какие-то контейнеры или киндер-сюрпризы или коробочки какие-то, чтобы пересыпать. Пакетики рвутся, а удобнее держать их в баночках. Ну все, вот такая была у нас сегодня распаковка. Буду просить людей, чтобы снимали окончательный результат и ход работы, как оно все складывается. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.